В ходе рейда патрульная милиция в течение дня задержала несколько колонн нарушителей. Так, по проспекту Айтматова были задержаны 5 автомашин с выпускниками школ. Школьники не подчинились сотрудникам патрульной милиции, в результате чего началась погоня. Нарушителей, конечно, остановили, но последний звонок выпускникам запомнится надолго. Авто нарушителей доставлены на штрафстоянку. Неподчинение, то кто вон учил? Также на улице Байтик-Батыра сотрудники остановили автоколонны выпускников из 7 машин. Правоохранитель отмечает, что законом колонны, превышающие 5 авто, запрещены. В отношении водителей автомобилей были составлены протоколы. Также выяснилось, что у одного из водителей отсутствовало свидетельство о регистрации автотранспорта. Автомашина была доставлена на штрафстоянку. Всего из 7 авто на штрафстоянку отправили 4 машины. Также инспекторы выявили случаи, когда молодые водители не имели при себе прав. Эти выпускники одной из столичных школ не хотели показывать свои документы. Выяснилось, что один из школьников повторно нарушает правила дорожного движения и уже имел временные права. Другой молодой человек из этого же кортежа вообще не имел водительского удостоверения. Данное мероприятие будет проводиться до конца суток. Все сотрудники милиции закреплены за зонами отдыха, парками, местах массового скопления несовершеннолетних. Полностью сотрудники милиции несут свою службу в усиленном режиме. Так, во время рейда порядка 10 автомобилей поставлено на штрафстоянку. По словам начальника отдела по делам несовершеннолетних МВД Азамата Абдрахманова, рейд будет продолжаться в целях безопасности самих же детей. Зарима Мусаева, Алмаз Нурмамбетов, Общественный первый канал.